На конкурс дети читают стихи Колесникова Вероника, 9 лет, Курганская область, деревня Тюрюкова, стихотворение Аллы Токомбаева «Сердце матери». Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе. По ночам звучал надрывный кашель. Старенькая женщина слегла. Много лет она в квартирке нашей, одиноко в комнате жила. Письма были, только очень редко. И она, не замечая нас, все ходила и шептала: детки, детки, вам ко мне собраться хоть бы раз. Ваша мать согнулась, посидела. Что ж поделать, старость подошла. Как бы хорошо мы посидели рядышком у нашего стола. Вы под этот стол пешком ходили, в праздник пели песни до зари. А теперь уехали, уплыли, улетели. Вот попробуй всех вас собери. Заболела мать, и той же ночью телеграф не уставал стучать. Дети, срочно, дети, очень срочно приезжайте. Заболела мать из Ташкента, Таллина и Гарки. Отложив до времени дела, дети собрались, да только жалко. У постели, а не у стола, гладили морщинистые руки, мягкую серебряную прядь. Так зачем же дали вы разлуки так надолго между вами встать? Мать ждала вас в дождь и снегопады, в тяжкие бессонницы ночи. Неужели горе дожидаться надо, чтоб приехать к матери своей? Неужели только телеграммы привели вас к скорым поездам? Слушайте, пока у вас есть мама, приезжайте к ней без телеграммы.